противник вылетел или просто не хочет продолжать бой. Все противники мне с этой колодой сдаются. Почему? Что в ней такого? Привет всем, дорогие друзья, это новый выпуск по Clash Royale. Я нахожусь на основном аккаунте, и под прошлым роликом я сказал, как наберется 2000 лайков, я потрачу 100 тысяч золота и прокачаю мортиру до 13 уровня. Вы набрали намного больше, это очень круто, и давайте, если на этом ролике тоже наберется много лайков, ну, к примеру, 3000, я еще прокачаю какую-то карту до 13 левела. Возможно, в группе проведу опрос, какую вы хотите, чтобы я прокачал. В общем, подписывайтесь на паблик, на мой канал, лайки ставьте. И сегодня, ребят, мы пофанимся, я прокачаю мортиру до 13 уровня. Сегодня не будет какой-то мега колоды, кубки мы сегодня апать не будем. Реально будет фан выпуск, возможно даже сольем немножко кубки. Буду просто тестировать какие-то деки, карты. Но у меня есть уже колода крутая, и я хочу следующий ролик на этом аккаунте записать уже на 4900. Есть дека реально, ребят, крутая, которая, ну, сыграет абсолютно практически каждый с ней. И вообще там очень легко с ней играть. Но я ее выпущу только тогда, видео запишу, как только наберем на этом ролике 3000 лайков. 3000 лайков набираем, сразу же будет видос о новой топ-колоде. И я уже буду на 4900 кубков. Надеюсь, вы поддержите и, конечно же, подписывайтесь, колокольчик включайте. Вот, ну, я предлагаю перейти к самому интересному. Это прокачать мортиру до 13 уровня. Я, в принципе, готов, ребят. Я надеюсь, вы уже лайк поставили. Поехали! Прокачиваем мортиру до 13 уровня. Да, я сделал мортиру 13 уровня. И теперь, ребятки, мы сейчас пойдем в атаку. Но буду играть я, ребят, не этой колодой. Ну, точнее, колода будет та же, но мы ее немножко переначим. Я хочу чисто по фану, ребят. У меня есть еще одна карта максимального уровня. И я хочу взять 4 карты, которые будут максимального уровня у меня в колоде. Попробовать, что с этого получится. Это Роял Гигант. Но прежде чем мы пойдем в атаку, я хочу что-нибудь здесь заменить. К примеру, взять 3 миньончиков. Трех миньончиков вместо ведьмы. И, в принципе, можно уже идти в атаку. Только еще, думаю, заменить рыцаря на какую-то карту по воздуху. Только вот не знаю, на какую. Либо на мушкетера, либо на, я не знаю, палача, либо маленького дракончика. Что у нас по сплэш-юнитам? Сплэш-юнита у нас, ребята, нету. Поэтому нужно что-нибудь взять. Либо фаербол взять. Я вот не знаю, какую карту. Ну, дека реально, я не знаю, возможно, она бредовая полностью. Но я хочу попробовать. Хотя, думаю, хватит юнитов по воздуху. Давайте пойдем проверим эту деку. Если что-то мне не понравится, если я в процессе боя уже пойму, что мне не хватает, я, естественно, поменяю. Итак, ребятки, пошел я в бой, короче, и ни одного боя не выиграл. Абсолютно мне не нравится комбинация этой деки, поэтому я ее немножко переначил. Я взял сюда варвара и еще взял сюда фаербол. Вот теперь должно все идти по маслу. Вот теперь вроде бы должно все сочетаться. Поехали теперь в бой, потому что, ну, 100 кубков слил. Я их вырежу, типа, и не вижу смысла показывать все 3 поражения. Там они очень были, ну, я так скажу, непрофессиональные. Не знаю, если можно так это назвать, потому что реально противник не был силен. Я знал, как дефаться против него, но у меня ничего не получалось. Вот как-то не сочеталось. Вот реально, ну, неудобно было играть с этой колодой. Вот сейчас, я думаю, с фаерболом будет попроще. Теперь посмотрим, что получится. Так, ледяной колдун с краю карты. Мы поставим сразу мортиру на деф, потому что пока не вижу смысла идти в атаку. Я думаю, можно кинуть фаербол. Кинем фаербол, ребят. И кинем... Надо бревно. И надо варвары. Отлично. Блин, все-таки тычку маг сделал, это плохо. И еще фаерболом добил. Вот если бы не маг, фаерболом бы варвары не добились, и вряд ли бы Рейл Гигант нанес бы один удар. Но, кстати, проиграл я до этого тоже Рейл Гиганту. Абсолютно не получалось задефать, потому что что я не выброшу, к примеру, там банду гоблинов, да, либо миньончиков, все убивалось либо стрелами, либо бревном. И абсолютно нечем было контрить гиганта. Мортирой вообще было неудобно. Серьезно. Так, давайте 3 миньончика. Он поставил сборщик. Так, варвары. Я не знаю, я не буду тратить фаер. Мне нужно фаер потратить, скорее всего, на его сборщик. Так, он потратил запад. Давайте выбросим, поставим мортиру. Ледяной колдун. Тут у нас пойдут лучницы. Быстрее убиваем лучниц. И переходим... Да, отлично. Все. Одну тыку делает. Давайте фаером убиваем сборщик.
почти убиваем и наносим урон по вышке. И действительно, урон прошел неплохой. Пока что все хорошо, но по эликсиру я просел. Однозначно я просел по эликсиру. У него уже есть где-то 8-9, я так думаю. Поэтому сейчас будем как-то... Хотя нет, долго он ничего не выбрасывает, тогда мы королевский гигант с краю карты ставим. И что-то мне подсказывает, что он вообще забил и все, не будет больше атачить. Блин, к сожалению, да. Противник вылетел или просто не хочет продолжать бой. Не знаю. Да, ребят, боя, продолжения не будет поединка, поэтому добиваем его на трешечку. Очень жаль, я бы, конечно, сыграл, мне вот сейчас бой нравился. Потому что под рукой была та карта, которой реально можно было задефать его атаку какую-то. Прошлые атаки были вообще ни о чем. Ну что, это так и меня устраивает, поэтому продолжаем бой, поехали в атаку. Так, выбрасывает он лучниц за королевской башней, поэтому мы также сделаем сплит. Пойдет одна налево, вторая направо, сейчас посмотрим, что он еще подкинет. Варвары, поэтому мы ставим мортиру, пока он только сплиты делает. Я не знаю, кстати, что за колода у него, потому что у меня пока что нету вариантов никаких. Так, ну, скорее всего, голем либо райл-гигант, я не знаю, что это может быть. Он потратил фаербол, поэтому мы сейчас сделаем вот так. Вот так и закидываем трех миньончиков. Блин, к сожалению, вышка согрелась. Ага, это гигант. Но он тратил, ребят, фаербол. Он тратил фаербол, поэтому мы сейчас потратим варваров. Или что потратить, я не знаю. Да, тратим варвара, потому что там очень много разного дефа. И банда гоблинов здесь не канает. Еще подкидываем лучниц, потому что нужно убить трех миньончиков и убить его лучниц. И остается 1700 хп на его вышке, это круто, мы на косарь лидируем. Надеюсь, что у нас получится его выиграть. Так, фаер пока что не буду бросать, просто ставим мортиру. Скорее всего, пойдет сразу гигант, мы выбросим сразу... Нет, это не гигант. Это варвары. Плюс зап, хорошо. Я не знаю, тратить фаербол на сборщик или нет... Он просто может мне пригодиться в дефе. Вот в чем вопрос. Не знаю, ребятки. Так, в принципе, остается 15 секунд. Давайте, ладно, потратим фаер. Потому что, ну, сборщик это плохо. Вау, ребята, это спарки. Спарки я давно не видел, это очень интересно. Сейчас посмотрим, что этот противник может. Но если он сидит на 4600 со спарки, значит он как-то этой декой умеет играть. Ставим мортиру мы теперь. Ставим мортиру. Так, как бы сбить каспарки? Наверное, вот так вот. Вот так и подбрасываем варваров. Отлично, отлично. Фаербол, естественно, логично, что он выбросил их на варваров. Но у меня остались живые лучницы, ребята. И мы еще переходим в атаку. Это просто круто. У нас еще есть фаер. Мы бросаем фаер на варваров. Отлично, варвара отталкиваем. И мы их практически забираем. Да, все. Минус вышка. Круто, все получается пока неплохо. 27 секунд еще до конца боя. Но, в принципе, я думаю, что трудности не составит задефать. И, по-моему, снова противник не будет атаковать меня. Да, он снова забил. Точнее, не он снова забил, а еще один противник отдает мне трешку. Блин, да. Почему? Все противники мне с этой колодой сдаются. Почему? Что в ней такого? Реально, пригорело, видимо. Снова трешка. Так, ладно, давайте откроем Crown Chest. Открываем Crown Chest. Так. Отлично. Ну что, я предлагаю продолжить атаку. Точнее, продолжить наши онлайн-бои и вернуть мои 4700 кубков. Кстати, я не планировал делать какую-то деку, думал просто пофаниться, а так получилось, что реально дека получилась годная. Так, давайте сразу ставить мортиру. Сразу ставим мортиру. Так, гигант по правой стороне, хорошо, что я угадал с вышкой. Так, давайте, я не знаю, миньончиков, варваров, что выбросить? Наверное, миньончиков. Так, отлично. Быстренько рыцаря забираем. И, блин, не успеваем. Поэтому гиганта придется все-таки контрить. Точнее, мы урона не нанесем. Я хотел... Так, еще бревно, блин, за бревно, это плохо. Сейчас еще фаербол прилетит, я вообще в осадке буду. Так, нет, к сожалению, к счастью, фаербол не прилетел. Ну, не знаю, подкидывать Роял Гиганта или не подкидывать. Так, он ставит Ночную Ведьму, поэтому мы сразу же выбрасываем Роял Гиганта. И, по идее, у него нету эликсира задефать его. Вот, по идее, нету. Да, отлично. Роял Гиганта ему нечем дефать. Так, дровосек. Тогда мы здесь вот так вот лучниц. И миньончиков. Миньончиков, отлично. И дефаем и левую, и правую вышку. И неплохо еще атачим. 1900 хп остается на вышке. Мы снова лидируем. Начало боя очень круто. Блин, мне нравится эта дека, ребят. Так.
Он потратил зап, поэтому предлагаю выбросить просто банду гоблинов. Просто он потратит бревно, я знаю. Я знаю, что потратить бревно, но мне попытаться нужно было хотя бы нанести урон. Ставить мортиру смысла не вижу. Мне кажется, как только поставлю мортиру, он выбросит гиганта так, чтобы мортира оттачила именно его. А нет, 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 поэтому мы ставим мортиру. Ставим мортиру. Роял гиганта или варваров. Он мне отдает вышку, что ли? Серьезно? Ты сдаешься или как? Ребятки, я не знаю, что произошло. Давайте варваров. Он мне просто отдает вышку. Прикольно, спасибо. Тогда мы бросаем здесь бревно и фаер. Отлично, забираем его сзади юнитов, которые шли за гигантом. И это его была ошибка. Зря он это сделал. Ну блин, мне третий противник подряд просто отдает победу. Реально, ребята, я не знаю, что происходит с этой колодой. Ну, с ней что-то не то. То есть, так легко не может быть. Он снова пытается сейчас меня пропушить, но уже я ставлю мортиру на деф. И теперь, ну ничего у него не выйдет, серьезно. Ничего у него не получится, я жду еще каких-то юнитов, бросаю сюда фаербол, бросаю... Да тут, в принципе, и бревно не понадобится. Изи просто контрим. Я так легко еще, серьезно, не чувствую... Ну, так легко с колодой играть, что... Ребят, получилось годно. Я считаю, что дека заслуживает того, чтобы вы ее взяли. Но, блин, мне кажется, мне еще легко из-за того, что максимальная карта, максимальная прокачка, гигант максимальный. Так, стоп. Я заговорился и сейчас могу потерять вышку, блин. 90 хп, фух. Я немножко расслабился, серьезно. Немножко расслабился и чуть не ушел на ничью. Пришлось бы вторую вышку добивать. Ну что, ребятки, провел я 3 онлайн-атаки, точнее, я провел их 6, но я 3 вам не покажу. Вот, я их проиграл, вот смотрите, каким колодом. Но я потом поменял состав немножко деки, и у меня получилось. Реально, получилось фаново, надеюсь, вы оцените лайком, надеюсь, вам ролик понравился, и надеюсь, вам эта колода, ребят, подойдет, потому что что-то мне подсказывает, что эта дека реально очень крутая, не в зависимости от прокачки. Конечно же, прокачка решает, но связка мне понравилась, ребят. Берите, пользуйтесь, надеюсь, что вам эта дека подойдет, и достаточно недорогая. На этом буду прощаться, скоро покажу вам еще одну крутую колоду, ребят, буду уже на 4900 кубков сидеть, поэтому подписываемся, быстренько набираем лайки и сразу же выпускаю новый видосик. Спасибо всем за просмотр, спасибо всем за поддержку, желаю удачи, до скорых встреч и всем, ребятки, пока.